судостроитель. В предыдущем сезоне встречался с этой командой Днепра во второй лиге. Удар и гол! Открывает счет наша команда. Сергей Палюх. Сергей Палюх забивает после подачи угла. Мы помним его. Ауты. Который сейчас превращается в забитый мяч. Вот так, на ровном месте. Первый же удар по воротам Днепра в матче вообще завершается забитым. Киричук. И мяч проскакивает в ворота. Владимир.